Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы и Всадники Олуха. Так, что у нас принес Беззубик? Давай посмотрим. Рыба. Капкан. Капкан и... Вау! Это что такое? 5 дней, ребята, будет это яйцо созревать. 5 дней. Хо-хоу. Круто. Так, ну что? Тут у нас есть что забрать. 250 тусклого янтаря. Ладно. Ну что, теперь, я думаю, надо зайти на рынок и открыть бесплатный пак. Смотрим, что нам здесь достанется. Ну, монеты Одина — это само собой. Дайте мне начинку. Так, ужасное чудовище. Пристиголов, громорог. И пошли ресурсы, да? Шестеренка и руны. Так, от этого мы отказываемся. И сразу же давай-ка откроем следующий. Тут тоже 9 монет Одина. И в основном ресурсы. Ну да, я думал, что может быть дракончик выпадет. Хотя написали, что шанс практически нулевой. Хотя я уже 3 раза доставал из этого пака драконов. Так, ну что, Беззубика, наверное, мы сейчас с тобой отправим куда-нибудь, да? В путешествие опять. Но сначала посмотрим, что нам притащила зеленая смерть. Обломок меча. И опять же тусклый янтарь. Все, я понял тебя. Иди, 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 иди. Не бубни тут под рукой. Так, ага, скалотряс. Получает у меня 16 уровень. Громобой сидит тут, притулился. Давай-ка быстро иди, он прокачивайся. А то ведь ли отдыхает. Шепот смерти. Получил у меня 63 уровень. Так, кривет. Ну, эть. А кто бы сомневался, ребят? Кто бы сомневался, что фигушки мы с тобой попадем. Так, ладно, отправим его на обучение. А ты чего у нас тут грустишь? В плане, и тебя на обучение нужно отправить. Все прям так захотели обучаться в титанов у меня. Так, ладно, давай здесь древесину заберем. Не очень, конечно, много. Костолом получает у меня 34 уровень. Иди, тренируйся. Слушай, а где ветрокрыл? А ветрокрыл у меня до сих пор обучается? Да ну. Серьезно, еще 7 часов будет. Нифига себе, ребята. Так. Ну что, давай тогда мы с тобой вот здесь вот посмотрим на наших дракончиков. Так, что нам здесь выпадет? Янтарь. Ну, тут либо янтарь нам достанется, либо шестеренка. Одно из двух. Третьего не дано. И это шестеренка. Окей, 2 штучки. Так, я думаю, что нам нужно его отправить сразу же еще в одно приключение. Кривоклык. Ну, тут понятно. А, яйцо. Ну, ладно. Отправляем его позаботиться о гнезде. Бесплатно. Так, что у нас барсик принесет? Вау. Я хочу вот это, ребят, 350 рун. Будьте добры, дайте мне 350 рун. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сколько здесь? 12. Эх, чуть-чуть не хватило. А могли бы получить 350. А что ты сидишь? Ты сейчас у меня полетишь дальше путешествовать. Все, да? Здесь у нас что? На поиски мы его отправим, да? На дальнейшие. И кого же ты будешь у меня искать, а? Беззубик. Кого ты у меня будешь искать? А вот, например, ветроходы. Пускай идет, да? Поиск 14 часов, ничего себе. 228 рун. А у меня нету столько. А ты спросишь, куда я потратил все руны, я тебе скажу. Я их потратил на то, чтобы в академии открыть новую ячейку для обучения драконов, ребята. Следующая ячейка стоит 4500 рун. Недешево, согласись.
Так, ну что, вроде бы мы здесь с тобой все сделали. Давай откроем пак, который у нас уже созрел. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Шепот смерти, громыль. Воу, барс и вепрь. И все, давай следующее на открытие поставим и закроем. Заберем награды и, наверное, пойдем на новое событие, которое вы мне, ребята, в комментариях сказали. Рэй, быстрее иди, там доступно новое событие. Я зашел, и действительно, новое событие у нас есть. Поэтому сейчас будем проходить его. Так, ну все, здесь больше ничего нету. Заходим сюда, друзья мои, и вот оно. Происшествие «Готовь сани летом». «Готовь сани летом». Ну что же, у нас с тобой ранний доступ идет, поэтому мы приступим. Слушай, вот это вот по мне. Вот это я люблю такие. Блин, опять, ребят, нажал, а? Не вовремя. Ладно, у нас с тобой ветрокрыл, кривоклык и барс и вепрь. Поехали. Начинаем с первого задания, и за прохождение его мы получим 1000 тусклого янтаря. Этот янтарь мы потом с тобой переделаем в нормальный, в светлый. Кто у нас тут? Сколько волн? 2. Первый — это у нас душитель 14 уровня, кстати. Окей, начнем его бомбить. Давай вот так. Я уже вижу, как кривоклык на него зуб тучит, на этого душителя. Прям облизывается. Да, конечно, ага. На тебе. Добьешь? Должен. Так, последняя волна. И это у нас чудовище лесное. Оно ничего нам не сделает, потому что, ребята, мы ослепили его. И теперь будем просто его потихонечку-потихонечку уничтожать. Сейчас с моего барсика упал этот дебаф, который был на понижение атаки. Уклонение ставит. Нет, парень, никаких уклонений и никаких тебе, извини меня, усиленных атак. В плане, подожди, упс. А как он... А, у него ускорение, ребята. Вот он почему быстрее стал ходить, чем кривоклык. Вот оно что. Ты посмотри, как он ускорился, а? Ладно, будь по-твоему. Ну что, добьем? Не добьем. Ну, зато ему последний удар остался. Все, прощай. Ну, начало всегда, ребята, легко. А вот что дальше будет, посмотрим. Так, мы еще с тобой колесо тут крутить будем. Давай плод мудрости. Ну, нет. 3 миллиона рыбы. А здесь 3 миллиона дерева, как обычно, да? Ну, нет. Тоже 3 миллиона рыбы. Ну что же, мы с тобой забираем тусклый янтарь и двигаемся на очередной бой. Очередной бой у нас будет с тобой просто проходящий. За этот бой мы ничего не получим, только лишь крутанем рулетку. А вот следующий, следующий будет уже за пак. Кто у нас тут? Чудовище, да? Окей. Первая волна. Погнали. Ну что ты, что ты, что ты там встрепенулся? Промахнулся. 15 уровень, кстати, он. Что-то они быстро тут как-то растут. Давай, барсик. Что он сейчас придумает? Ага. Ладно, это мы переживем. Готов. Это у нас злобный змеевик. И все почему-то красные, ты заметил? Все враги красные. Ой, я же хотел ослепить. Ладно, ничего страшного. Ослепим в следующий раз. Что-то мне подсказывает, что сюда нужно брать, знаешь, кого? Капкан стальной. Как ты думаешь? Если мы с тобой возьмем стальной капкан, он, наверное, здесь будет разносить их всех в хлам. Но зато мы не сможем тогда с тобой ослеплять. Что тоже есть хорошо. Так, давай ослепляем. Нет, нет, нет. Змеевик, успокойся, ты все равно нам ничего не сделаешь. Раз.
Так, ну и добиваем его. Так, ну что, тут тоже все отлично у нас получилось. И мы продолжаем. И что здесь? Давай плод мудрости. Вот это хорошо, ребята. А с этого пока нам достанется древесина, судя по всему. Да. 4,5 миллиона. Так, погоди-ка секунду. Здесь мы получим пак. Потом будет у нас босс. Получим цветочки Фрей, 100 рун. Еще один пак. И... Слушай, ну тут почти 1000 цветочков Фрей мы с тобой заработаем. Это классно. Так, ну что, будем с тобой брать или не будем? Стальной капкан. Наверное, не будем пока. Пока и так хорошо, тем более... Сколько врагов? Один. 12 уровня. Две волны. Отлично, я согласен. Что ты там пыхтишь? Да, конечно. Губешки-то свои закатай обратно. Добьешь, нет, Барсик? В легкую. На изи. Так, а вот здесь уже похуже. Здесь у нас два душителя. Два душителя. Только один синий, а другой фиолетовый. Начнем, наверное, с синего. Потому что он разбирается быстрее. Упс. Слушай, а ты не хочешь нам помочь? А? Давай-ка вон своего другана вали. Да побыстрее, желательно. Так, мы подсобим. Что он сейчас будет тут делать? Да ты достал уже, а? На тебе. Ну что, добивай давай своего кореша. Спасибо. Теперь мы займемся им. Пока, роднуля. Ну-ка, давай посмотрим. Да опять рыба, что ли, это? 1,5 миллиона. 1,5 миллиона рыбы. А здесь... Пак. Давай. Еее. 208 карточек. Представляешь? 208. Плюс мы с тобой зарабатываем еще пак. Естественно, я его забираю. И двигаемся с тобой. Здесь у нас будет бой проходящий. Потом здесь, ребята, будет проходящий. Потом цветочки мы с тобой заберем. То есть два боя. Угу. А энергии у меня всего лишь две штуки. То есть два боя я всего лишь смогу здесь провести. К сожалению. Кто у нас тут? Хофер? Хофер, собственно, персона стоит и ждет. Что он тут ждет, что вынюхивает, я не знаю, ребят. Но наказывать его будем однозначно. Раз. Слушай, ну синих мы с тобой очень хорошо разбираем. Именно синих. Хотя он 12 уровня, поэтому, наверное, так легко и разбирается. На тебе. Добиваем. А, тут уже три волны, кстати. Ё-моё. Три волны... Начнем с этого, наверное. Так, успокойся. Ой, без паники, без кипиша. И ты тоже успокойся. Ух, ё-моё. Так, давай посмотрим. Фиолетовый бьют синих, хорошо, да? Ладно, возьмем его под контрольку. Кого он сейчас будет бомбить, интересно, этот пристиголов. Скорее всего... Ага, вот как. Спасибо, добиваем. Теперь этого будем уничтожать. Не забывай, что еще впереди будет одна волна. Так что не расслабляемся. Да иди ты. Ты промахнешься, парень. Да-да. Вешаем опять слепоту. И бомбим. Вот так вот, совсем другое дело. Добиваем. Третья волна. Кто у нас тут? Ёлки-палки, кревет и шторморез. Так, секунду. Блин, сейчас будет больно. А кому? Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем с тобой. Пускай он бомбит своего, да? Отлично. Поможем. Тяжело разбирается чувачок. Кусаем. Так, и этот нам помогает, добивает его.
Ну, а мы с тобой уже потом... А мы с тобой уже начинаем разбирать клиента. Сейчас мы на него повесим слепоту. Что ты там? Что ты там, родной мой? Встрепыхнулся он, понимаешь ли. Поздно, поздно прыгать здесь. Ну что, добиваем? Прекрасно. Ну а что нам здесь выпадет? Рыба, понятно. 3 миллиона. Давай что-нибудь посолиднее, пожалуйста. Опять рыба. Не, чтобы вот на этот пак перескочить, да? Нет, зачем? Лучше 3 миллиона рыбы. Ну что, вот у нас с тобой и мини-боссики пошли. Последнюю энергию мы с тобой потратим. Подеремся и заберем с тобой 200 цветочков Фреи. Кстати, надо будет посмотреть, сколько мы уже накопили. Я думаю, где-то 8 тысяч уже есть. Ну, по крайней мере, будет. А нам нужно 11 тысяч, насколько ты помнишь. Так, тут опять три волны. И встречает у нас тут змеевики. Один синий, другой красный. Синий, красный. Значит, синего мы с тобой берем под контрольку. А красного будем пытаться сейчас уничтожить. Окей. Так, они вдвоем будут ходить, да? Ну давай, давай. Промахнулся. Слушай, ну я могу и усыпить их, в принципе. Но зачем? Мы сделаем с тобой немножко по-другому. Все. Успокойся. Но это только первая волна. Впереди еще две. И кто там будет? Мини-боссик, не забывай об этом. А вот какой? Кто именно из драконов будет там мини-боссиком? Может, кревет? Усиленный. И все, и поплыли мы тогда. Ёлки-палки. Скалотряс. Ё-моё. Я даже не знаю, что тут и сделать, как лучше сделать. Наверное, вот так все-таки. Да-да-да, двойной укус сделает. А мы с тобой будем пока вот этого, наверное, брать в расход. Так. Ну что, добивай давай своего кореша. Так, и теперь мы будем уничтожать скалотряса. Возьму все-таки в слепоту его, потому что там непонятно, ребят, добить мы его не добьем. Видишь, что делает? Выкаблучивается на дорожку. Так, последняя волна. Кто у нас тут? Ё-моё, ребята. Ветрокрыл. И это плохо. Так, этого берем, короче, под контрольку. Костолома. Если успеем. Если успеем. Костолома под контрольку. И пускай он разбирается уже с ветрокрылом. Как ты думаешь? Я думаю, это будет оптимально для нас. Давай, бомби своего кореша. Так. Продолжаем бомбить. Сейчас будет заморозка, ребята. Массовая причем. А нет. А почему он не стал делать? А вот этого я уже не знаю. Ну что ж, тогда ты его добьешь с разбега. Как подобает. Нет, без разбега. Что-то они, друзья мои, как-то странно играют немножко. Обычно не все свои суперудары сразу выкидывают. А тут ничего подобного. Ну а сейчас? Сейчас-то ты будешь бежать? А, он... Наверное, не бежит. Он огоньком пуляется. Может, у него даже нет разбега, кто его знает. Да, костолом? Может, он какой-нибудь особенный. Да, разбега у него, по ходу дела, нету. Ну что же, это твои проблемы, парень. Твои проблемы. Все. Все, ребята. Сколько могли, столько прошли. Ну, нам остается только лишь крутить колесо, да забирать награды. Понятно, рыба. 4,5 миллиона рыбы получаем, а здесь древесина. 4,5 миллиона. Все. На сегодня, ребята, у нас события заканчиваются. А сколько там нам нужно будет? Так, заберем цветочки. Так.
Давай посмотрим. Раз. Но здесь энергию мы или будем тратить? Будем. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Пять боев, пять энергии. То есть должны, по идее, к следующей серии пройти все. Весь оставшийся ивент. Окей. Так, здесь мы с тобой закрываем. Что у нас тут? Давай-ка посмотрим. Обмен. Отказаться от такого обмена. Вот это я заберу. Это тоже заберу. Мало ли пригодится для чего-нибудь, да? И откроем с тобой здесь награды наши. Тусклый инвентарь. Но это мы заберем с тобой. Понятное дело. Сейчас мы это поставим на переработку. Вот сюда. Вот два янтаря как раз. Хорошо. Кстати, сколько у нас вообще янтаря-то с тобой? Давай-ка посмотрим. Янтарь, янтарь. Я уже забыл, вот здесь, да, смотрится. Так, у нас с тобой 17 штук. Если будет 20, мы с тобой сможем взять еще одно изваяние. Оборона Олуха дракона быстрее перемещается по полю боя. Ну, это фигня на самом деле. А вот это что такое? Больше трофеев за каждую победу в схватке. Больше трофеев. Слушай, ну вот это вот хорошо. Это ресурсы, да? Изваяние вождя. Так, снижает число драконов, которых необходимо победить, чтобы получить набор вождя. Но это не обязательно. Эти, конечно, хорошо бы взять, но они так дорого стоят, да, друзья? Так дорого стоят, но они того стоят. Так, а ты что сидишь, прохлаждаешься? Быстро за древесиной. Быстро, я сказал, Шеминтом. Ты тоже. Так. Тоже беги. Пять дней яйцо вылупляться будет. Я немножко в шоке, ребята. А ты что грустишь? А, святилище занято. Ну конечно, там же у нас кто? Кревет сидит. Учится, да? Окей. Так, тут у нас награда с тобой. Кстати, мы хотели посмотреть, сколько у нас цветов Фреи. И хочу посмотреть, что у нас можно за монеты Одина купить. Слушай, смотри, золотой набор. 620 нужно. В данный момент я могу купить освобожденный Проныра. Бурелом. Это эксклюзив. М-да. А что в золотом может выпасть? Давай посмотрим. Так, скрытень, экзотическая песня смерти, скользкокрыл, ветроход. Вот не дай бог выпадет скользкопев, который у нас есть. По-моему, даже две штуки, если я не ошибаюсь. Конечно, хотелось бы либо мерзкослизень, чтобы выпал нам, яркий ужас, или скрытень. Это, извини меня, премиум класс. Премиум, ребят. Но шанс для премиума довольно неплохой. 5,5%. Ну и, конечно, не хотелось бы получить вот этого, потому что он у нас есть. Да, он у нас есть. Так, ну что? А мы с тобой что хотели посмотрели? Мы единственное, чтобы не забрали, это наши паки, которые мы уже получили. Так, набор жетонов, давай посмотрим. Костолом, громобой, шторморез. В плане, и все? Шторморез, а ты можешь прокачаться? Он не может, ребята, прокачаться, по-моему, он с 52-го. Хотя, надо проверить. Если точно, я не помню, ребята, с какого там, с 52-го или с 51-го все-таки уровня он может дальше идти на прокачку. Вот он. Улучшить. Все-таки с 51-го, да? Улучшаем, ребята. И он получает у меня 13-й разряд. Что есть хорошо на самом-то деле. Так, допустим. Злобный змеевик. Ну, его надо прокачивать. Его надо еще найти, прикинь. Его еще нужно найти. Удивительно. Просто удивительно. Он у нас есть, но его нужно найти.
Так, костолом. 51 уровень, понятно. Кревет. Ага, друзья мои. А креветик-то готов. И он получает 12 уровень. Слушай, я тебе скажу следующее. Его уже можно брать в пати. Да. У него понижение атаки и немота, плюс электрическая вот эта вот фигня, разряд, который он использовал против меня все время его. Так, крылатый ужас. 51 уровень нужен. Понял. Также и для прихвостня тоже, да, нужен 51. А, нет, тут 24. Тут 24. Так. И тут 24. Но неплохо, неплохо. Так, тут у нас все открывается. Я думаю, в следующей серии мы с тобой, наверное, допройдем это событие, да? И плюс ко всему мы, наверное, аренку зацепим. Так, давай вот этот еще пак с тобой заберем. Так, ну это у нас понятное дело, да? Загадочный набор. Шторморез, душитель, костолом и ресурсы. Опять придется копить руны. Копишь, копишь, они бац. И моментально, ребята, тратятся. Ну что, давай-ка мы отправим, наверное, дневную фурию куда-нибудь. Куда мы ее отправим? Ну давай вот пылевой буян. Пускай она ищет его. А-а-а. Этому дракону нужно обучение. В плане. Давай вот так вот сделаем. Бесплатно. Пускай летит. Ну вот как-то так, друзья мои. На этой ноте мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!